России нужны лидеры, способные обеспечить технологический рывок. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме сделал вице-губернатор Владимир Княгинин. Например, будущие ученые уже учатся по программе расписания на послезавтра в открытом кампусе РГПУ имени Герцена. Как мне кажется, это один из возможных примеров экосистемы. Как получится, будем смотреть. Для нас это живое дело. Мы запустились за два дня. Вот два дня работает кампус в открытом режиме. 2500 детей. Сегодня в основном взрослые там, а вчера просто все звенело от детских голосов. Получать новые знания в рамках программы университета имени Герцена можно все лето.